сделали максимум шума целой команде и партнеров, и спонсоров, которые нас поддержали сегодня. Мы должны их отметить и отблагодарить. Значки ВАФ-ВАФ! Им огромный респект и большое спасибо за то, что нас поддержали. А также арт-пространство «Сова» — это тоже наши партнеры, которые предоставили кучу призов. Респект им огромные. Лаунж арт-пространства закрытого типа «Сова» — это 250 квадратных метров в центре Санкт-Петербурга для любителей отдохнуть в хорошей компании под музыку в различных стилях, которые близки к сердцу. А также языковой центр «Ликвидания». Если где вас научат разговаривать на разных языках, у вас обязательно все получится. Обращайтесь к нашим партнерам. Urban Kid, магазин модной одежды, молодежный, а также одежда для таких трендовых направлений, как хип-хоп, скейт и кэжуал. И тоже респект и отдельный шум. Сделайте, пожалуйста, сделайте. Еще хочу поблагодарить Бабочкин. Каждый сидящий за новыми тенденциями человек знает, что Бабочкин является стильным аксессуаром, никогда не выходящим из моды. Респект Garrett.ru. Они профессионалы в области игр. Более 2000 игр различных есть в магазинах. Можно прокачиваться, покупать, играть. Респект и большое огромное спасибо нашим партнерам. А также стрит-клуб. Новая марка стильной и удобной одежды для всех жаждущих свободы. А у нас таких целая куча народу. А также бургер от Бога, это первый бургер в Санкт-Петербурге. Если вы голодны, вас накормят, вы останетесь довольны. Тоже наш партнер. Экстрим Клуб C9, это 1200 квадратных метров чистого адреналина. Приходите сюда и попробуйте свой экстрим. А также Панбрю, новый крафтовый ресторан. Ну и продолжая просто разговаривать о нашей огромной семье партнеров, Вандерхост, удивительное место, представляющее гостям нашего фестиваля приятное и комфортное проживание. Приглашайте кого-то в Питер потусоваться, разместите их там, как понравится, я уверен. Вандерхост, респект и поклон. Лазергард, портал 78, великолепное сочетание компьютерной игры, активного отдыха и захватывающего квеста для любителей заняться чем-то интересным. Респект, музей иллюзий, это новый для нашей страны формат музея. Обязательно сходите, прокачайтесь, 21 век, не за горами, уже здесь. Cinema Quest тоже любит очень устраивать разные квесты. Наши партнеры им огромный респект. Ну и, конечно, Павел Мастер. Натуральные освежающие напитки на основе чая, молока, йогурта, кофе, какао, в которые добавляют различные сиропы. Я думаю, что многие из вас уже попробовали и освежились. Это наши партнеры. И респект, и еще раз шуму. А мы переходим к Бейслам.